Привет, 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 Эминем. Как дела? Ты у нас сегодня единственный здесь, хотя я видел сообщение от Тайгера. Куда-то он ушел. Ну ладно. Я вроде написал и в Стиме, и ВКонтакте, что стрим будет сегодня в 8 часов вечера по Москве. Не знаю. Негодяй, не следит. Тайгер, видимо, не следит за новостями. Тайгер, Тайгер, здравствуй, и ты явился. Как же ж так, Тайгер? Совсем не следишь. Ладно, это все не страшно. Главное, что ты пришел, и я рад тебя здесь видеть. И мы возвращаемся к Half-Life 2. Окей. Безумный сегодня день был. Вот, у вас как дела там? Как ваше здоровье? Из онлайн, ревлобот из no tracking loyalty. Еее. А вам прибавилось, кстати? Потому что ревлобот только выдал сообщение, что заработал. Что типа стрим запустился и все такое. У вас все в порядке? Надеюсь, что да. Так, опять настроить контроллер? Я же настраивал его. Наверное, какой-то небольшой глюк. Ладно, ладно. Я хотел еще параллельно открыть в соседнем мониторе гайд по всем тайникам. Сейчас, пока игра запускается, я думаю, я успею все это сделать. Токсик, привет! Ты к нам пришел. Ты так редко к нам заходишь. Сходи почаще, как дела? Рассказывай давай. Выкладывай все на стол. Все, что у тебя есть. Кстати, я забыл включить режим Гордона Фримена. Чик, все, режим Гордона Фримена включен. О, какая красивая заставка, да? Офигенно. Ладно, сейчас я открою. Наверняка мы в прошлом прохождении, на прошлом стриме пропустили дофига тайников. Я в этом не сомневаюсь. Но в дальнейшем я не хочу пропускать больше тайников. Жизнь боль. Да вообще. Сейчас отлагает. Дай бог, чтобы отлагало. Такс. Half-Life. Потому что я хочу открыть как можно больше тайников. Если какие-то мы пропустили, то я их как-нибудь потом реализую. Но показать, по крайней мере, максимум. Так. Все тайники. С лямбдами. Ну, давайте так. Так, ну это... Я уже смотрел эту штуку. Они все их ставят в видео. Видео я, честно, не хочу запускать. Ну, неудобно на стриме одновременно видео смотреть. Включать, выключать его. И все такое. Так, а я нашел, кстати, нормальный гайд. Прямо в Steam Community. Ха. Ладно. В Рейвенхольме. Сейчас я посмотрю. Был, был. Здесь тоже вроде был. В Рейвенхольме все собрали. А, слушайте, а мы, кажется, все собрали, ничего не пропустили, класс. Как хорошо, я слава богу, просто это я на прошлом стриме не жалел, точнее не жалел, что я говорю. Извините, я устал сегодня, как балабака. Как всегда, в общем. В общем, да, на прошлом стриме я не следил за тайниками и даже не пытался их искать. И, к счастью, ни одного тайника там и не было, и нам повезло. Ладно. Пускай вот так вот висит окошко у меня будет на соседнем мониторе. О, Тайгер все-таки вернулся. Это хорошо. Привет, Тайгер. Снова. И снова Тайгер к нам возвращается. Сейчас я немного поднастрою себе, чтобы поудобнее было. Чатик вытянул вот так вот. Так, 944 настромика. А Токсик молчит, не хочет говорить с нами. Токсик, расскажи нам. Давай, выкладывай. Все ждут. Просто не могут дождаться. Ком залагал. Печально, Тайгер. Печально. Кстати, предлагаю всем перейти вот по этой ссылке и поучаствовать в голосовании. Там я предлагаю вам помочь мне определиться, потому что тут скидки на носу какие-то объявились. И среди этих скидок есть игры, которые я хотел бы поиграть на стриме. Я хочу вам предложить помочь мне с выбором. Что бы вам хотелось видеть на стримах из предложенных вариантов? Такс, а что у нас? О, звук пошел. Загрузить. Да.
У меня есть деньги, но нет игр. Печально, Тайгер. Ой, как громко. Если вам громко, ребят, скажите. Я сделаю все потише. Себе-то я сделаю потише ползунком, а вот вам придется меня об этом просить отдельно. Блин, так клево. Раньше этого не было. Вот это в апдейте, походу, сделали. Классно вообще. В общем, в этой локации в самом начале, если будет какая-то... Доктор Фриман, машина готова. Да, да, хорошо, дорогая. Сейчас я залезу в машину. Тайник будет вон в том сарайчике. Там сарай будет, и там будет ближайший тайник. До этого момента ни одного тайника не будет. Хотя я на месте разработчиков позанапихивал бы сюда всяких ништяков целую кучу. Тут столько пространств. Зря, и очень жаль. А как так, Тайгер? Если есть деньги, то, наверное, надо их тратить на... Доктор Фриман, машина готова! Хорошо, я сейчас сяду в машину. Подождите чуть-чуть, я хочу погулять. Летающие аптечки. Так, где спрячемся, чтобы она на дух не кричала. Тут много народа. Токсик здесь должен был быть, но я его вижу в чате, и Эминем должен быть. Тайгер, если есть деньги, то их надо тратить на те самые игры, которые ты хочешь играть. Есть, которые... У меня есть Доктор деньги, Фриман, машина игры. Готова! Значит, надо потратить те деньги, которые есть, на те игры, которых у тебя нет. И тогда у тебя не будет денег, и будут игры, которые ты хочешь. Типа того. Alright. Так, кстати, мы же можем стрелять, если что, да? Чем я буду отстреливать этих львов? Залазим. Хорошо, поехали. Погнали. Кстати, тут же есть тачка. Тачка. Я не знаю, как из нее стрелять. Может, выходить, нельзя? Shift и Space. Это газ, ручный тормоз. Только я наиграю на геймпаде, поэтому я не знаю, как здесь все это на геймпаде. Что за объяснение такие на помощь? Ой, на Гордона машине хрень нету. Подожди, чертовы магниты барахлят. Извините, док. А, извините, док. Эй, а ну. Так, крылья пушки же переворачиваются. Окей. Прикрывайте меня как следует, ребята. Я буду сейчас тачку переворачивать. Где мой гравитрон? Черт. Ну-ка. Ау. Спасибо. Бил сейчас в какой игре? В какой игре? Заводите машину и сваливайте отсюда! Я понял. Я просто не могу найти припушку в своем столе. Вот такой у меня инвентарь. Черт, не подходи. Не подходи. Блин, пришлось потратить выстрелы с такой классной пушки. Право щелкаю. Два вида оружия. Заводите машину и сваливайте отсюда! Ох уж эти геймпады, блин. Почему вот это меню не высвечивается у меня, когда я щелкаю этим геймпадом? Притом до этого мы играли, оно высвечивалось, но это была версия просто обычный Half-Life, не апдейт. В апдейте тут как-то все чуть-чуть по-другому. Ничего себе, машина. Ты в порядке, машина? Спасибо. Заводите машину и сваливайте отсюда! Окей, сейчас, подожди секунду, я возьму себе в руки хоть что-то. Вот так, чуть-чуть пострелять, а то я так давно не стрелял в Half-Life. То с гравипушкой приходится бегать, то еще что. То, что надо. Как твое здоровье?
по-моему, тебя на последних двух стримах не было. Либо ты заходила совсем на чуть-чуть, ты... А не сильно болеешь, ты чуть-чуть. Ярослав Угарёв, спасибо путешествие на 50 рублей. Стрим в конце недели. Время откинуться на спинку стула и расслабиться. Именно. Именно так. Спасибо тебе. Тайгер, это же ты, да, верно? Просто сейчас я путаюсь постоянно, пардон. Спасибо тебе за полтинник. Спасибо за поддержку. Они пойдут на пользу. На пользу развития канала. И на приобретение ресурсов для его приведения. Да. Кстати, Грейвдиггер, у нас сейчас проходит голосование. Не знаю, как ребята там участвуют, не участвуют. Пришлю еще раз ссылочку. Это те игры, которые я хотел бы пройти на стриме, но я не могу пока выбрать. На них сейчас есть скидки и самое лучшее время для их приобретения. Там через тире мы... А, у меня просто, знаешь как, окно OBS, где высвечивается тот, кто прислал этот donation. Оно у меня наполовину перекрыто браузером с этими... пасхалками и с тайниками, поэтому я не видел полностью сообщение, я его половину увидел, в целом понял его содержание, так сказать. О, Тайгер предлагает идти. Кстати, идея по поводу продления стримов за настромики. В целом, я думаю, не отрицательно, но я думаю, возможно, что-то ее когда-нибудь превратим. 5 минут, ничего не вышло. А! Сразу взорвался. Это пушка раскручивается, мне нужен газ. Это тормоз. В среду я проспал, как сам. О, нет, то, что ты поспал, это хорошо, не переживай. Все отлично. Рад, что ты хотя бы высыпаешься. Я рад, что все в порядке. Сам в норме, но простуда то туда-сюда, блин. Плюс работа в перемешку, все это тяжело. Но держусь бодрячком. Сейчас придумаю. Покажешь своего кота. Блин, я не знаю. У меня кот болеет, Тайгер, я уже не раз говорил. И я не хотел бы растрогать, хотя идеи вполне имеет место существования. Наконец-то это все получилось, мы перебрались. Так, срежем лук. Ой, Гордон Абиль. Так, мы добрались до очередного тайника. Мы ни одного, к счастью, не пропустили до этого. Вообще класс. Бог ты мой, посмотрите на это. Прям на входе умер. Опа. Можно активировать, когда кот не против. Посмотрим. Так можно, конечно. Знаешь как, посадить его, то есть на ноги, пускай здесь сидит с нами на стриме. Но он уйдет, я тогда, тогда и все. То есть я не могу его насильственно держать. Ты как здесь? Слушай, на нем как будто смирительная рубашка, да, какая-то? Сити 17. Жесть. Так, где моя монтировка? Монтировка. Чё-то у меня одно и то же оружие постоянно. О, пистолет появился. Граната. Как-то интересно переключать оружие, то есть... Для того, чтобы нормально переключить оружие, мне, вот если вы видите, я просто не вижу, видите ли вы. Мне надо по кругу крутить. А я вот влево-вправо делал, короче, думал, так работает. А оказывается, вот... Офигеть. Слушай, прикольно, кто-то придумал. Класс, мне нравится. Интересно. Жалко, это никак не отображается. 24 из 45 тайников мы нашли. Долой тумбочку. Идея пришла и ушла. Ну вот так вот. Посмотрим, я не знаю. По-моему, кто-то уже спрашивал про эту идею. Я не хотел кота тревожить, потому что он не выздоровел еще. Бедная киса. Вот,
что-то долго ты болеешь. Да я не сам не знаю. Я знаешь, как Грейдигер, я вроде выздоравливаю, все у меня окей. Один день проходит, у меня опять сопли, опять начинается вот эта головная боль дебильная, которая... О, тревога. По-моему, душу на них, да? Так, сладенько, возьмем дробовик. Садись, Гордон, поехали. Вот, и опять начинается, опять хе-хе, сопли-сопли, и опять вот это болезненное состояние. О, спасибо, Грейвдиггер. И всем остальным также советую, кто не в курсе. Эминем? У Эминема 0 настромиков? Эминем, ты куда их дел? Знаешь, есть игра Killing Crew. О, вот это мы жестко въехали. Автомобиль. Так, да, слышал, ну я видел у тебя она. Ты играл в нее. Я бы хотел посмотреть, как ты ее стримишь. Там можно создать ссылку и кинуть ее в чат. По этой ссылке можно выбирать поощрение или наказание для тебя. Зрители могут зарешать голосованием разнообразить геймплей. Ух ты, кстати. Как вариант, если никто будет также не против, я бы вам... Почему бы нет? Можно было бы сыграть. Тут что-то явно не так. Куда делись твои настроймики? Я не знаю. Попробуй еще раз времени введи команду. Посмотрим. Может, это крюк Ривлобота? Если он сейчас покажет то же самое, прям... Вот, у Грейвдиггера все в порядке. Походу, да, он, походу, потратил его всех раз. Ух, ничего себе, мы полетели. Да, и сразу эти львы пробежали, да? У меня вот с геймпадом не дружит эта машина. Не получается на ней ездить. Это проблематично все. Как ты собрался, дружище? Ты не хотел. Может, мотоцикла не хватает. Кто знает, может, не хватает. Может, банка будет. Да, тебе явно эти штуки не нравятся, да? Он вообще не прет, да? Не прет. Так, это... Такой скал не стрёмный вообще. Страшные ребятки. Посмотри. Какая гадость. Еще раз веди команду, Эминем, пожалуйста. Я хочу посмотреть. Если он выдаст еще раз то же самое, я прям залезу. Блин, они бесконечные, бесполезно. Alright, alright. Давайте заглянем в дом. Ну, показывай, что со мной ты не пришел. А, мистер Тайник, здравствуйте. Ну, покажите, ребята. Давайте по одному как-нибудь не со спины. Так, вот это я не могу брать, да? Да, не могу. Уф. А ну отвали. Я тебе, а ты его не убила. Интересный такой. Дружище. Ноль настромиков. Такс, вот это уже странно. Такс, ну давай заглянем на Врила Бота. Что он нам скажет? Лидерборд. All time. Так, ну у меня сейчас на первом месте показывается Фокс. Потом у меня Грейвдиггер и все, больше никого. Такс. И меня. 250. А что? Не знаю, что это за фильтр такой. Ладно. У меня мобот ушел с трансляции. Так что, ребят, он сказал всем пока. Я так понимаю. Блин, я не знаю, что делать, слушай. Надо тебя найти. Притом не прибавляется, да? Давай.
50. Этот пользователь не был найден. Эминем, в чем дело? Ты что натворил? Скажи, я здесь ни при чем. Это твой долбанный ревлобот с ума сходит. Тебя тупо нету в ревлоботе, он тебя не как-то не отслеживает. Давайте я его перезапущу и посмотрим, что из этого выйдет. Но почему у тебя? У меня. Сейчас перезапустим. Так, может, ник сменил. Кто знает, кто знает. Так, all time. Ну-ка, еще раз другой ак. Давай, Эминем, рассказывай, выкладывай. Но у него, если бы у него был другой аккаунт, он не был бы модератором. Бы не смог. У него может быть то же самое имя, но он не смог бы быть модератором. А у него модерка я видел, показывается. В чем дело? Current. Такс. Проверь сейчас. Это как-то странно. Очень странно. Твою... Блин. Я испугался. Hello. Ты никуда не пойдешь, дружок. О, я помню это место. Оно такое страшное, блин. Как же я здесь подпрыгнул, помню. Как в ревло в топе сортировать. У меня просто топ открыт для сортировки. Два настроенка. Дофига я смотрю. Эминем, а ты помнишь, сколько у тебя было? Ты же часто проверяешь статус своих настроенков. Так вот, я посмотрю и попробую тебе начислить заново. Возможно, это был тупо баг. Там, мне кажется, чуть не хватало 10к. Мне кажется, так, черт знает. Ты ведь наверняка на прошлом стриме, когда уходил, проверял перед уходом, да? Мне показали, что я нашел тайник. Только что. Так, мне нужна гранатка. Я знаю, что там за чудище стоит. Хотя чё? Да не, пускай развлекается, блин. Мелкий глаз, кривые руки. Это я. Капец. Так, мне нужна... Вот эта штука. Сидеть. Да, мы его грохнули, отлично. Так, сколько было, я не помню. Где-то восьмерка. А не, десятка. Короче, я знаешь, как сделаю, Эминем? Ты сейчас не переживай, смотри стрим. Я надеюсь, сейчас все будет работать нормально. Потом, по окончанию стрима, я пересмотрю последний. Когда, момент, когда ты, ну, на запись посмотрю прошлого стрима. Посмотрю, где ты последний раз проверял состояние твоего счета. Вот, и посмотрю, сколько ты был еще на стриме. Когда ты попрощался и ушел с канала. Ну и суммирую и добавлю тебе. Видишь, какой неприятный баг. Притом, я помню, у Токсики у тебя постоянно были какие-то баги. Только у вас двоих, у всех остальных было нормально. Что-то ревлобот какой-то избирательный. Не любит он. Печально. Да, думаю, нормально будет. Плюс там могу сделать тебе небольшую компенсацию за моральный ущерб. Я слышу это часто от вас, так что давайте введем это как норму. Ну, обещаю. Но компенсация будет не огромная. Не стоит рассчитывать на что-то большое. Так, знаешь, небольшой презент, чтобы улыбку на лице не больно, ну, поднять, так сказать. Так, ладно, время ехать дальше. Надо закрыть, убрать ревло. Так, этот тайник мы нашли. Да, следующий будет... Слушай, здесь еще два тайника? Находиться в машине после... Нет. Второй тайник будет находиться в заброшенном доме, который вы будете проезжать. На втором, фактически первый, вы будете туда заходить через подвал. В этаже будет лежать припас, и там будет необходимо туда забраться. Но это мы только что сделали. Хорошо. Следующий будет в какой-то машине синей, на обочине. А, ляма не будет? Ляма не будет. Ничего себе.
гулять гости. Гости пришли гулять гости. И насколько я помню, здесь должен быть дуплет. Что типа того, разве нет? Там подал выстрел Стасу, типа. Если я не ошибаюсь. Чё? Меня уже запалили? Так нечестно. Где вы там? Внимательно. Это вам, от меня. Осторожно. Ой, я фигла с кривой руки. Вон он там стоял. Возможно, цель номер один. Мятеж. Какой мятеж? Все нормально, мужик, успокойся. Headshot. Бам. Нормально. Модерками обмазаться. Действительно. Давай, Тайгер, возвращайся. Знаешь, это лицо такое, есть мем, да, там, я не знаю, то ли после бритья он такой мужик, такой, кайфует. Обмазался модерками. Так, что вы здесь смотрели? По-любому закупающимися девушками подглядывали. Однозначно. А я могу, нет? О, я, кстати, не помню, что так можно было. О, Джимон. Не, вспомнил, можно было, да. Ой, так нельзя? Ну ладно. Эй, ну вернись. Давайте досмотрим уже до конца. Прикольно. Оттолкнул этого льва. Найс. Офигеть, еще недели не прошло, как Eminem зарегистрировался в Стиме, а уже больше 15 часов в Доте. Ха, ничего себе. Eminem, ну ты даешь, ты походу там безвылазно. Скажи, сейчас еще каникулы будут, вы еще, типа... Это я в учебное время так играю. Что будет, когда начну за каникулы, да? Так, а здесь что? Ничегошки. А, нет. Гранатка. Пригодится. Так, а что у нас здесь? О! Так, как тут приседать? Я забыл, как приседать. Вот, все, вспомнил. Какая красота. Море, пейзажи. И диван. Прощай, диван. Бултых. Пляж. Класс. Как классный пляж, смотрите. А водичка-то лучше стала, да? Была не такая вода. Была она такая, знаете, как красивая, но как будто квадратиками. Здесь хотя бы все немного переделали. Красивее стало. Ну ладно. Half-Life всегда был хорош. Мы его любим таким, как он есть, даже без всякой навороченной графики. Кстати, на тачку вроде может садиться к чайке, насколько я помню. Только я не помню, что для этого нужно сделать. Ну ничего особенного, просто тачка должна стоять и надо подождать. Вроде так. Так, а здесь что у нас? Если мне память не изменяет, здесь должен быть хэндкрафт. Память наверняка мне как всегда изменяет, поэтому я... Да. Здесь был снаряд подствольный. Прыгай, Гордон. Гордон, давай. Если Гордон не может притянуть снаряд, да, он мне не нужен. Ладно, хорошо, не страшно. Блин, теперь я в лидерборд почти в самом низу. Вот так вот, прикинь, я меня был в самом верху, копил, копил, что только не делал, бам! Ноль. Просто ноль. Вот как так, да? Походу, это судьба или что-то между собой в этих вещах связано. Просто так все это произошло. Либо мой реблобот взломал кто-то. Кто-то, кто завидовал тебя и стер тебе все настройки. А что там было написано? Я не посмотрел. Ну-ка перевернись. Такс. Неврин 54. Insecticide нейтрализат. Окей. Что-то про насекомых, которых надо уничтожить. Походу служба по... Как его? Не помню, как это называется. Который насекомых глушит. Да ладно, Эми, это же всего лишь... я понимаю, что... Не стоит переживать. Все нормально. Главное, что проблема решаема. Это самое главное. Походу я передачу сломал. Да если только смотреть, то видно, что разделена на квадраты.
видно. Но я что-то не стал вглядываться, поэтому мне глаза особо не резало. Да, если когда посмотреть, там заметно. О, дрожники. Кто у вас здесь? Кого прячете? Никого? Лодку спрятали и стреляли в лодку. Сволочи, бедная лодка. Вот не повезло, а. Давай, так, пару гранаток. Я упал вниз. Теперь у меня сидят львы. Привет. Не ждали? А я тут подошел. Здравствуйте. Привет. Ты разлетелся, ничего не осталось практически. Ну, чайка, садись, садись. Или она улетела прям только что с машины? Она должна садиться на машину, сидеть и вроде даже гадить. На машине остаются белые следы. Эй, есть кто? Никогошеньки. Ну и ладно, и не страшно. Не очень-то и хотелось. Да, долго копил. Поэтому душа подрывается. Какого фига, как так? Надо понимать, что это все-таки не твое здоровье, это не твоя жизнь. Особо из-за этого. Потому что ты мне об этом сказал, и мы с этим разберемся обязательно. Не переживай, все хорошо. Так, дальше. Синяя машина. Я не пропустил ни одну синюю машину, ребят. Никто не видел. Что-то они будут находиться возле заправки, возле которой вы будете проезжать. Вам необходимо будет что-нибудь подставить под край ограды. Это не то. Вы находитесь в машине после того, как вы перепрыгните развалившийся мост и уничтожите что-нибудь. А, все, здесь ничего нет, хорошо. Успокоили. Слушай, я бы еще этот увеличить. Дались прорисовки, а чуть-чуть. Было бы вообще отлично. Но это уже чисто мои примеры. Потом был нареза вроде не было в оригинале. Его добавили, по-моему. Зарылся. Я не помню, этот был нарез или что это. Тайгер вернулся, да, хорошо. Да. Сначала не хотел говорить. А что, все нормально? Правильно. Мама говорит. Правильно, никакой нет. Hello, Gordon Freeman. Да. I'm a Gordon Freeman. Деньги потратил с кипятком. Быстрее сейчас. Подвал! Вот это, кстати, самое обидное. Я помню, тоже что-то покупал. Уже несколько раз такое было. Что-то приобретаю, такой ждал. Нет скидки. Да черт с ним, так хотелось, купил. И там через пару дней бам, скидки. Притом сильные скидки. Такой, блин, как так, нечестно. Мы ожидаем штурмовики с минуты на минуту. Полковник Кэббидж будет рад, что ты добрался. Это то, как я не рад. Придется сражаться вместе с вами за... против этого штурмовика. Ну ладно. Кэббидж. Странное имя. Кабачок. По-любому на английском это по-другому как-то переводится, но мне созвучно с кабачком. Капитан Кабачок. То есть я могу даже на дом, что ли, забраться? Да ладно. Скажи, без геймпада это с клавиатурой это будет тяжело. А, черт, ладно, фиг с ним. 13 настромиков. Печальная имя, печально. Ужас. Не расстраивайся, все хорошо. Все наладится. Все придет в норму. Что это там такое? А, дом. Ладно. Так, сейчас будет брифинг, насколько я помню. Управляемая ракетная установка — лучший способ сбить штурмовик. А, привет! Я сейчас подойду. Хорошо. Так, о чем я? А, да. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли сбить. Сначала это его только разозлит. Но если вам удастся не только выжить, но и несколько раз попасть, можно считать, жизнь прожита не зря. Ну, и кто тот счастливчик, который будет с ней воевать? Ну, кто тот счастливчик? А чего да. Вы на меня смотрите? Гордон Фримен. Что? Нет. Я не мечтал о лучшем добровольце. Ах, ладно, давай сюда. Полковник Одесса Кабич, к вашим услугам. Полковник, а не капитан. Прилетели. Штурмовик! Проклятие. И все время этих повстанцев, короче... Ой, прошу прощения, нос занялся. Всегда прикалывали их голоса. О, штурмовик! На помощь! Дайте мне только предупредить точку маяка. И я помогу. Ладно. Вперед! Покажите тому штурмовику, где раки. О, да, сейчас мы вам покажем. Не забывайте про лазерные. Да, я понял, хорошо. Я
Я понял, спасибо. Тебе надо, кажется, сюда выбраться и запустить открытие эту ракету. Да? Да. Конечно. 13 настройки. О, привет. Так, ладно, пойду на улицу. Дай пройти, дай пройти. Да ладно, я попал. О, ракеты. Спасибо. Очень даже кстати. Попался. Ха. Ух ты. Ей, его разорвало на части. Его жалко с одной стороны, но он на нас напал. Что сделать? Да брови шикарные вообще. Бровей никуда не деться. Ты видел его брови? Такие прям вот... Рыжий лес из сталкера прям какой-то. Чем жестче, чем ты выше по званию, чем ты более полковник, чем ты больше генерал, тем больше у тебя брови мощнее. Я вообще в шоке. Смотрю, у меня 8133 настройников. Обновляю и хоп. А когда ты смотрел, что у тебя столько было? 8133. Это сейчас? Чего вы расстроились? Все хорошо? Вперед, доктор Фримен. Мы знаем, Элай Венс полагается на вас. Да, хорошо. Сейчас. Сейчас только ракеты соберу. Не снарекайся ракеты. Это моя кровь. Меня тут расстреливают, а им пофигу. Эй, ты меня подлечить можешь? Нет? 8% жизни ушло. Ну ладно, пойду ракеты собирать. О, кого-то убили, слушай. Печаль. 4 патрона осталось. В начале стрима. Окей. Слушай, тогда даже лучше. Мне не придется пересматривать по... О, вот убитый, кстати. Второй уже, наверное. Даже патроны не могу в память забрать. Полные карманы. Чё, это не могу взять? Ну ладно. Хорошо. Ну вот, получается 8133 настройка плюс результативные, то есть плюс то, что ты получишь, плюс небольшая компенсация. Я думаю, будет нормально. Как ты думаешь, Данил? Тебя устраивает такой вариант? Здесь в игре очень сильно изменили освещение. В помещениях, на улице и все такое. Да, с виду это незаметно, потому что мы уже привыкли к крутым навороченным графоиграм. А в старом Half-Life эти эффекты не очень заметны, потому что и сама игра по себе уже была хороша. И выглядела отлично. Многие говорят, пишут комментарии, что... О, вот. Чувак, как жалко, да? Печаль. Я могу подняться, интересно? Могу. Прикольно. А что здесь? О, передатчик, то есть смотри, как продуманное. То есть он должен был смотреть и сообщить всем, типа, штурмовик! Больше не сообщит. Так, а где мой пистолет? Да. Прикольно, разрушаемость в игре вообще. Мне нравится. Какая метка? Только сгорелись. Ну, бывает. Еле Сивджидрита. Тайгер написал. Буду играть и тебя смотреть. Приятной тебе игры. Тайгер, спасибо, что смотришь. Спасибо, что с нами. Расскажешь потом результаты своих сражений. Так, ладно. Время ехать, да? Или мне надо сначала поговорить с этим генералом и тонко. Генерал Кровь. Он, кстати, мне чем-то напоминает этого генерала из Error. Ладно, у кого пароль? Рассказывайте. Да, действительно. Почему бы нет? Наверняка тоже... Реально, почему? Да, может, сгорает. Так ручки расставил, такой лежит. Все хорошо. Гордон, Гордон Фримен. Штурмовик, я сгораю. Можно было отстреливаться еще с этой позиции. Тоже неплохое место. Гранатометом я не хочу открывать коробку, спасибо. Что здесь у нас? Гранат. Тут дофига всего, но ничего из этого нам не нужно. А. Можно было на крышу выбраться. Классно. А что здесь? Ничегошеньки, даже забраться нельзя. Ладно, пойдем в подвал к нашему ультрабровястому дядьке. Генерал Кабачок. Ну? Ну? Вот и все. Да. Я думаю, вы разделались с тем штурмовиком, доктор Фримен. Вы заслужили свою репутацию, сэр. Я позову кого-нибудь открыть ворота, чтобы вы проехали без задержки. Спасибо. Я знаю, доктору Венсу сейчас нужна помощь.
Будьте очень осторожны, приближаясь к мосту. Судя по молчанию того поста в эфире, он перешел по контролю Альянса. И все же, вы определенно подходите для этой миссии. Уж кто-кто, а вы прорветесь. Удачи! Спасибо. И передайте доктору Венсу, что полковник Кэббидж сожалеет, что не может спасти его лично. Окей, так и скажу ему, что ты занят тут стоянием у карты и все такое. Должен поспешить. Илая он держит в тяжкой неволе. Что? Илая содержит в тяжкой неволе? Я что-то прослушал сейчас. НМО точки маяка. НМО точки маяка. Прием. Мужик, уже все открыто, спасибо. Говорит полковник Кэббидж. Прием. Так, я стул беру с собой, спасибо. Alright. Такс. Ну ладно, кто на за четверть только три четверки. Четверть только три четверки. А сейчас она пятерки? Если так вот круто. Поздравляю. У меня радость была, когда у меня хотя бы. Как там, знаешь, все хорошие отметки были. У меня. Один раз всего не можно все отметки положить. Все остальное было так. Трайбан где-нибудь да влезет. Ну, что поделаешь, такое очень... ММР какой... ММР? ММР? Какой глупый, ничего не понимаю. А, секунду. Хотел нос почесать. Почесал. А ты знаешь, как в реальной жизни за рулем такой? Шик-шик. Упс. Вот так вот, да. Понял? О, как я обожаю это место. Так красиво. Эй, коробка, вернись. Прошу тебя, вернись. О, слушай, я не зря остановился. Очень даже неплохой ништяк. Мы не могли машину обшить листами. Ребята, останы царапан. Явно что-то происходит, да это мне не нравится. О, дружно, здравствуйте. Ау. Такс. Ау. А ну, отвалите. Нравится, да? А ну, отвали, не трогай меня. Негодное создание. Планы на игру. Узнать, где я, построить город, создать государство, заходить в мир. Все нормально. Абсолютно все нормально, да, игра. Всегда так делаю. Каждый день по несколько раз. Правильный план. Реально работает. Импульсная винтовка. И мне патроны не нужны. Вот как так, а? Видимо, пора тратить все, что у нас есть. Что это там? Дробовик, кстати, лучший в этом плане. Я просто очень ленивый человек, но просто очень. И раньше меня это норма. А в этой четверти я постарался. Молодец. Поздравляю. Нос так чешешь, а после видишь сотрудника ДПС. Да. Это бесполезное вот это занятие. Львов, они бесконтрольно лезут постоянно, так что... Будем двигаться дальше. Сейчас нас встретит команда ребят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще нам нужно добраться до крана как можно скорее и с него убивать целую кучу врагов. Для этого ачивка есть такая. Постараюсь так и сделать. Погодный. Нет, все-таки спринт на джойстике неудобный. Поменяется. Так, куда дальше? Я туда отошел, куда надо, да? Чувак, я тебе не стрелял в левый бок. Ну, поехали, сейчас будет весело. 24 настройка у имени, вот, посмотрите. Такс, где наш кран? Вот он тут внизу остался. Hello! Такс, ну чуть-чуть. Контейнера не было крана. Тень от крана. Давай. Ну даже такой. Нет.
пускать ремонт. Нет! Гордон, залезь обратно, пожалуйста. Это плохо. Чувак, он привалит. Опять я вышел, да что такое? Забирайся, Гордон, пожалуйста, обратно. Я гранату все бросил, точно. Ой, бля, в лаборатории я еще раз попробую. Надеюсь, мне это засчитает, реально. Так, и где-то еще один должен быть, по-моему. Там троих надо убить или... Оша Violation. Типа название крана и все такое. Разрушать. Уничтожать. Прощай, контейнер. Блин, игра шикарная. Вот где можно еще в такой игре поработать крановщиком и побросать контейнер? Это же офигенно, нет? Офигеть! Все, Гордон, пойдем, поиграли и хватит. Главное было достижение получить. Это все, что мне нужно. Ну и открыть мост, да. А теперь можно гулять, собирать ништяки и все всякое такое. И убить последнего негодяя. Где-то он здесь был. Мэн, where are you? Такую дощечку поднял, подержал в руках. Такс. Так, по-моему, в игре FPS просел прям так нехорошо. Half-Life 2 на современном компе и FPS проседает, ребята. Как так? Так, ну сюда, я так понимаю, нельзя забраться. Да и зачем? Так, а где тут мужик-то был? Я точно слышал, он бегал, брякал своими этими снаряжением. Я это точно слышал. А, мы должны тачку еще поднять, я забыл. Куда, стой? Слушай, а у него снаряжение, это не такое, как у тех. У тех синее, а у этого красное. Я вообще в тебя попадаю, мужик, нет? Ты с дробовиком, ничего себе. Мужик. Прости, я не это имел в виду. Я даже его не забыл. Ау! Как-то странно, я его сейчас прикончил. Ну ладно, главное, что мы справились. Так, а тачку можно сразу подогнать прямо под кран, чтобы не мучиться пройти. Вот как-то вот так. Нормально? Нормально. То, что надо. То, что доктор прописал. Теперь в кран и машину надо поднять, хорошо. Блин, эта штука бьет, короче, по низу. О, Соник к нам зашел. 559. Приветствую тебя, Соник, в нашем стриме. Привет, думаю, вот скачать Half 2. До этого ни разу не играл в Half-Life. Есть ли смысл? Как так, Соник? Как ты мог не играть в Half-Life? Это же просто эпичнейшая игра. Это просто легенда, по сути. Игрового мира. Ну, для кого как, конечно, для меня это реально легенда. Как первая часть, так и все ее остальные части. Блин, они просто великолепны. Если тебя хоть как-то заинтересовала эта игра, обязательно качай, покупай все части, которые только сможешь, проходи, и я уверен, ты не пожалеешь. Это, так сказать, роковая игра в мире вообще. В ней нет ничего сверхъестественного, просто небольшой сюжет, просто прохождение, просто стрелялка, да? С своими элементами и так далее, и фишками. Но полученные впечатления ты никогда не забудешь, я тебе обещаю. Так что, Соник, обязательно приобретай. И ты не пожалеешь потраченных средств. А пока, если хочешь, я какой-то. Да, будет то, что будешь смотреть стрим, это будет спойлер, но желаю тебе в любом случае приятного просмотра. Вот перед покупкой ты можешь с ней ознакомиться заодно. Что в ней есть и как она играет. Как, что мы тут делаем, в общем. Играю на геймпаде, сразу говорю, поэтому веду себя в игре немного специфично. Так, конечно, она предназначена чисто для клава мыши.
Но играть можно и на чем угодно. Однажды еще на Xbox все игры от... ничего себе. Все игры этого... Блин, как-то... От Valve вроде совместимы с Xbox, если не ошибаюсь. Так что, добро пожаловать на стрим, желаю тебе приятного просмотра. Да, первая часть довольно-таки старая, и, ну, в старые игры играть тяжело. Особенно, когда с ними не знаком. Но если надумаешь, то я тебе говорю, не пожалеешь. Там это, так сказать, первая часть задает основной сюжет. И сразу все становится понятно по прохождению. Так, где моя монтировка? Блин, немного неудобно они сделали с этим обновлением. Что я выбираю, так бы пощелкал и нашел. Совет лучше начинать с первой, я так понимаю. Да, абсолютно верно. Всегда в любых играх лучше начинать с самой первой части. Так ты будешь максимально погружен в происходящее и полностью поймешь сюжет. И все фишки игры. И что откуда вытекает, и что для чего. Разница между первой частью и второй колоссальная. Как во времени создания, так и в технологиях самого движка игры. И самого процесса, ну, игрового. Но они реально связаны, очень даже неплохо. Играл я в Half-Life и давно, и мы сейчас перепроходим все заново. Прошли первую часть. Дополнение к первой части мы не прошли. У меня на тот момент их не было. Сейчас они есть, но мы и пройдем попозже. Сейчас мы пробуем чисто вторую часть и все прилагающиеся к ней дополнения. Все эпизоды. Так, ну-ка. Я встрял маленько. Сцена, насколько я помню, да? О, да. Все слышитесь. Вот, какая классная пушка. Она просто пополам сложилась. Только я не эпично вожу машину. Northern Patrol. Так, здесь вроде нету никаких... да, здесь нету... Секрет. По-моему, здесь должен был быть какой-то солдат, или что-то типа того нет. Я перепутал. Да. Игра не всегда на транспорте. Тут так, попеременно. Просто сейчас момент, когда мы реально должны... Вот таком вот баге добираться до точки назначения. Так, в игре первой нет, но второй есть транспорт различный, водяной, вот наземный. Все это приятно удивляет, когда садишься, пробуешь себя на транспорте. Я не мог сейчас вернуться обратно, да, и подняться заново с помощью крана. Ладно. То, что я вправо, ты ведёшь с космоса. Капец. Ну ладно. Эй, черт, 9 часов, но завтра же выходной. Куда-то собрался спать. Ладно, смотри сам. Спасибо, что видел на стрим. Так, ты ушел 9 часов, грубо говоря, да? Ладненько, я восстановлю теперь твои боли. 8133 плюс, грубо говоря, час и компенсация по моральному ущербу. Ладно. Какой за заток. Я поделил, брат. Здравствуйте. Спасибо. Вот сейчас будем воевать с этой гадостью. Так, сейчас спрячемся и найдем его на его можно как-то эпично так сбить, что он должен будет упасть прямо на дорогу. Поехали, держись. Попал. Еще разок и последний раз, давай. Спинку ракету, да? О, да, попался. Ничего от него не осталось, ну и славно. Так что давай, именем, спокойной тебе ночи.
О, к нам Фокс заскочил. Приветствую тебя, Фокс. Как твои делища? Спасибо, что пришел. А, о, ничего себе именем. Блин, фигово. Давай, хороших тебе отметок и отличного настроения. Не грусти. Ладно. Что у нас здесь? Пробки, пробки, постоянно пробки. Что ж, займемся их разгребанием. Кстати, я помню, когда раньше играл, по приколу просто брал, сталкивал все машины на перестрелке. Не знаю, перло меня. Своей физикой, своими наворотами, возможностями. Вот где, вот в какой игре можно еще вот найти пробку, которую можно раз и так вот раскидать. До свидания. Притом этих машины двери открываются, там хлопает все. Прикольно. Бутых. Я знак сломал. Случайно. Я не хотел знак. Смотри, расстроился. Я такой грустный. Слушай, а так веселый. Такой, ей! Ладно. Надо раскидывать все это дело. Кстати, там вот впереди вот будет машина с тайником. Вроде так. Мы ее посмотрим. В этой игре мне, кстати, всегда перло, что мы играем в какой-то то ли Прибалтика, то ли что-то того. Местность, и тут вот присутствуют машины, модели очень напоминающие, прямо напоминающие наш отечественный автопром. Хоть на них не написано, что вот это Москвич, что там вот это вот, Волга, там все дела вот. Ну мы же понимаем, что это так, да? Так, здесь что-то есть. Охренеть, офигеть. Полная коробка с гранатами для гранатомета, и я не могу это взять с собой. Ну как так? Нельзя же такое счастье оставлять. Ай, проваливайся. Спасибо. Просто полностью очистить проезд. Чтобы те, кто поедет следом за нами, не испытывали трудности. Мы ведь Гордон Фриман. Вперед, но встречу приключений. Гордон Фриман, это ты? Да, это я. Здрасте. Да. Коньячок. Да, 26 из 45 коньяков мы нашли. Наши поиски продолжаются. Очень хочется получить эту ачивку. Пока у нас все идет ладом, и все ачивки мы получаем как надо. Ничего не пропустим. Свет в конце тоннеля вообще классно. Вроде простенько сделан, да, но со вкусом. Так, наверное, люди просто на шашлыки ехали, однозначно. Ой, нос. Ехали такие на шашлыки, ехали, да? И такие бам, опа. Я не люблю эту штуку, честное слово, это же мина, да? Не только мне. Ну, здравствуй. А, стой, захватывай ее. О, поймал. Разорвется. Да. Давай, Гордон, забирайся. Поехали. Ехали такие на шашлык. Ты ж, блин. Они ж мне покоя не дадут, эти мины. До свидания. Блин, я на клавомыши так легко себе не разделался. А, не спать. О, здесь главное не улететь. Да, Гордон? Да, правильно. Еще пару минут, да? Три минуты. Зашибись. Что это? Ну, вон что они творят. Бессовестные. Ну, отцепись. Гадость такая. Звук шикарен. Мне очень нравится звук. Чайки поют. Так, а здесь вроде бы мы должны арбалет найти. Или я ошибаюсь? Ну ладно. Сейчас и выясним. Ехали такие на шашлыки, такой раз на вас. Ну спасибо, что я крови. Прошу поддержки, что-то вы быстро сдохли, ребят. Против Гордона нет приема, да? Это, так сказать, говорится обычно про лом. Но так как лом у нас в кармане, против лома Гордона нет приема.
Едешь такой на шашлыки, и такой бам, страйдер вылетает, и капец, и все, и конец, и нет. Нежданно, негаданно. Так, а здесь что-нибудь есть у нас? Не хотел бы что-нибудь пропустить интересное. По-моему, должны быть еще в доме солдаты. Если я не ошибаюсь. Зайдем-ка мы к ним в гости. Охотник, ответ на подходе. Да. Вперед. Подходи по одному. Спасибо. Ромашку! Я его обманул. Да, отражение было очень нелепым. Возьми бутылку, Гордон. Надо поправить здоровье. Можешь взять бутылку? Гордон, как так? Можем взять бутылку. Фух. Потому что чувствительность трекпада или тачпада, как его назвать, очень низкая. Очень тяжело вращать головой быстро. Но при ее повышении, блин, становится вот, чуть-чуть поднимаешь, и движения становятся очень резкими. Я не знаю, что с этим делать. Надо, видимо, найти что-то подходящее для себя более. Слушай, кто-то здесь разулся и все. Сами. Опа, ничего себе. Мне так не нравится. Ложись, ложись. И не вставай. Так, где моя винтовка? Вы заходить будете, господа? Секрет опасность. То самое подкрепление, которое они заказывали. Я имел в виду ящик с ракетами. Вот я глупый. Я, как всегда, короче, не втыкаю в приколы. Пардонте. Тут дверь явно вышибли. Кто-то мылся, в туалете сидел. Бам! Сотрудники ГУ! Та-та-та! Всем стоять на месте, лежать не вставать. Окей. Да, прикинь, на шашлыки ехать с гранатой, с этими, с ракетами. Вартигонтов пожарить там, не знаю. Бедный вартигонт. О чем я говорю, они же на нас. Ладно. Что у нас там со временем? Да, времени у нас осталось еще час игры. Да, мы же начали 8, точно. Так, ладно, пора двигаться дальше. Автоприцеливание, это такая классная вещь. Я сейчас не пришлось даже целиться, я просто ехал в их сторону и нажимал кнопку стрелять. Не кайфа. Что у вас посвящит? Сейчас мы выясним. Как всегда, конечно. Хотя аптечка пригодилась. Хорошо. Следующий тайник будет на заправке такой. Окей. А, ну и водитель из меня, господи. Все чисто. Так, диггеры 3400 астробиков. Все идет пучком. Вот здесь должна быть ачивка. Да. Мы здесь должны найти арбалет и присандалить вот того мужика. А как я должен смотреть в прицел? Ну-ка. А, правая кнопка мыши. Точнее, левый... Левый этот, как его? Ну, вы поняли. И... Есть, ачивка есть. Как-то надолго появлялась, я же даже занервничал. Ну ладно. Слава богу, она у нас есть. Фу. Так, Гордон, возьми уже эту. Да. Займись делом. Спасибо. Да, оружие искать, конечно, с помощью такого сенсорного способа не очень удобно. Так, я видел, вы бегали. Где вы есть? Патрол. Сбежали. Сбежали. Ой, я вижу мину. Ладно. Они хотят, чтобы к ним приехали в гости. Мы так и поступим. Прошу прощения. На велосипеде к ним поедем. Как так? Подвигайся. Я знаю, можно.
Да, мы еще... Да, да, вот так. Эти три балки настолько тяжелые, что даже издвинуть гравипушкой тяжело. Что, не упадет? Так, мне нужно какое-то оружие посерьезнее. Хотя гранаты вполне сгодятся, как забросаем гранатами. Хотя пока катаешься, реально можно всех убивать только. Давай, Борно, приезжай. А, я понял, почему. Да-да-да, не спорю. Окей, я не против. Перебросил, да? Да, я перебросил. Отлично. Ложись. Где вы есть-то? Ложись, ложись. Это вам. Ох ты мой. Ох ты мой, господи. Прошу поддержки. Прошу поддержки. Вон тут справа. А, Так, перезарядок, Гордон. Гордон бессмертный. Он просто бессмертен. Интересно, кого набирают этих гвоздиков? Людей, да? Откуда они их берут? Они стрелять вообще не умеют. Походу, их модернизация вот этого тела. Слушайте, здесь освещение совершенно другое, в отличие от этого. Интересно сделано. Красивый умывальник. Какой унитаз милый. Чистенький. Опаньки. Здравствуйте. Кстати, зомби за этими минами вроде бегают должны. Как за игрушкой или за мячом, я не знаю. Вроде в Рейвенхоль можно мяч этого пса притащить. О! Как я это сделал? Понял, как это вызывается? Нет, не понял. А, черт, ну так, ладно, черт. О, опять, вот как? Как я это сделал? Но выбирать при этом я не могу в этом меню. Оно не мое, не рабочее. Так, вот там тайник. За него ачивку надо получить. Чтобы туда забраться, нужно поставить сюда какую-нибудь коробку. Давайте найдем ту самую коробку. Или бочку, я не знаю. И заберемся. Давай, Гордон. Что у нас тут есть? У нас тут есть огромные колеса покрышки, не знаю, что ли. Да, какого-то КамАЗа там, не знаю. Да, покрышки. Это, возможно, даже камера. Покрышки только малого размера. Alright. Без проблем. Ничего себе. Может, даже, кстати, хватит. Надо проверить. Да, должно хватить. Ой, нет. Давай, Гордон. Давай, Гордон, давай. Пожалуйста. О, да, отлично, мы забрались. Никаких коробок не надо. О, мужик, мужик, нет. Вот, кстати, та самая картинка про эволюцию, типа, человечество, человека. Типа, были приматами, стали людьми, и комбайн — это следующий этап развития человека. Смотрите, смотрите, как они конструктивно отличаются. У него реально затылок куда-то впечатан или срезан, я не понимаю. Потом вот эта маска, походу, это неотделимая часть его лица, головы. Или как? Почему он здесь изображен именно с этой маской? Хотя в Цитадере, я помню, мы в будущем должны встретиться. В тот момент, когда то ли создают, то ли программируют этих комбайнов. Они похожи на некромонгеров чем-то из Риддика. Ну, для меня, по крайней мере. Вот такие бледные, все стрёмные. Там у них лица вполне человеческие, нормальные. Ай, нос, нос, живи, нос. Так, запитали они все это дело, поле от машины. Давайте толкнем машину. Сначала берем вот эти стопорилки. Она сама катится, смотри. О, прикольно. Ей-ей-ей-ей-ей-ей.
прощай. Геймпад с ума сошел просто от этого взрыва. Весь задрожал, затрясся. Успокойся, геймпад. В чем дело? Вот это тебе поможет успокоиться. Все, успокоился. Здесь что-нибудь было? Да, гранату нашли. Вот еще одна. А нам больше и не надо. Не так дело не пойдет, Гордон. Гранатомет это хорошо, но можем себя поранить. Ты такой неаккуратный, Гордон. Поехали. Приехали. Класс. Гордон, ты супер. Опять тоннель. Ну ладно, поехали. Если тебе в этих районах очень нравится тоннель, где заезжаешь, довольно-таки длинный, ну, продолжительный тоннель, и там пробка внутри, ее надо разбирать, и там зомби, и, короче, место дико хоррорное, прям как Рейвенхольм. Там реально страшно. Оу. За ним колесом его задел. Вот так вот. Дружище, сидел здесь на лавочке, спал на матрасе. Шкаф перевернул. Наверное, расстроился. В общем, жил цивильно. И вот так вот, переходя дорогу, его тупо сбил какой-то там Гордон Фриман, бессовестный. Ах, негодяй. Ладно, я сейчас прокручу в этот гайд. Так. Вот, в этом месте будет два... Два секрета точно. Я примерно знаю, где каждый из них находится. Окей. Хорошо, давайте займемся их поиском. Погнали. Так, впереди нас ждет увеселительная тусовка с... ...гошниками. Будет весело, интересно. Все как надо. О, все, понеслась. А ну выходи, я тебя жду. Камон. Скажи, я в засаде, я никуда не пойду. Не, игра шикарная, я не знаю. Она такая простая, незамысловатая, но так сделано круто. У меня сейчас те же самые, по сути, впечатления, что и от моего первого-второго прохождения этой игры. Такие теплые такие впечатления. Главное не стрелять в стену. Так, здесь что у нас? Аптечка. Это хорошо. Все нам пригодится. Все, тупик. По-моему, здесь сквозной проход в доме. Нет. Нет. О, ковер. И очень странный камин. Без какого-либо отверстия. Ну ладно. Ладно, хорошо. Труба выходит наружу. Наверняка это просто, знаешь, как котельная. Но просто еще мебель стоит так, как будто там должно быть отверстие. И все так, знаешь, как пришел, сел у камина, посидел. А так сидишь, греешься около стены, около трубы. Вот. Походу, эти с красными глазами, они покруче. Уже синенькие, простенькие. А черт, не столько подобрать. А, черт. Ладно. Сколько поддержка ему еще? Ничего себе. Ну да, на Гордона нужно этот. Артиллерия, самолеты, звездолеты. С ним попробуй справься. Так, канистра. Да, вон, смотри, он какой-то коричневый весь, а это. Эти в синем. У них даже эмблемка какая-то простенькая такая. А у этих прям отряд смертников какой-то, у них там череп, да, на плече. Так, ладно. Нам нужно разобраться еще с целой кучей негодяев. О,
Снаряжение для шашлыков в Рюдигер, да? Так, что здесь у нас? Ничегошеньки не видно. И в доме вроде бы как пусто. Вроде бы как. Ну и видок, да? Класс вообще. Фух. Я вроде в окно могу забраться, если что. Нет? Нет, я думал, я могу выбить их. Тупо залезть вот через окно. Кто здесь? Эдкрафт! Hello! Нет, мне нужна вот эта штука. Да. Живой! Бултых? Где он там? Вон он пополз. Нет, он умер. Утонул, бедняга. Ну вот как так? Да, именно. Так, по-моему, должны быть в этом доме. Ну сейчас они там убегать будут. Вроде бы. Я не помню. Либо уже все выбежали, кто должен был. Все же повыходили. Давайте заберемся в этот дом. Изучим его. Блин, шикарный дом. Мне нравится. Так, что здесь у нас? Дверь открывается. Все окей. Я реально не помню, что нас здесь ждет. Так, кто половицами скрипит? А? А? Ну, здесь камин как камин, как положено. Все нормально. Притом идет на все этажи зачем-то. Или на верхний. Чтоб дым, знаешь, выходил прямо в дом. Ну а чё? Снизу можно погреться, а сверху... Воу, кухня. Я думаю, здесь стоило бы прибраться. Сколько холодильник классный. Прям в нём можно спрятаться, ядерную войну переждать. Прям Fallout Shelter какой-то. Так, а наверх мы как-то, я помню, забирались. Это игра из тех... Это... Бррр, прошу прощения. Это одна из тех игр, в которой, если лестница сломана, то не... Там можно забраться, поставив себе какой-нибудь стульчик. Обычно, если она сломана, то она сломана специально, чтобы туда не попало. Здесь все наоборот. О, ништяки. Зачем мне патроны для дробовика? Чтобы ломать... Чёрт. Чёрт. Ох ты, блин, ничего себе присандалило. Он расплакался так, так жалко. What? Они говорят такие, what? Hello? Халди! Сам-то одобряет, это точно. То, что надо. Смотри, ты понимаешь, тут решетка была, да? А нет, дальше есть выход. Еще выше можно. Но факт в чем? В том, что здесь ты огня не увидишь. Никаких бревен, ничего не будет. Возможно, эта решетка должна там стоять, и можно своих загрузить еще бревен. Чтобы как-то... Я не знаю, короче. Странный, странный. Либо я ничего не понимаю, либо реально странный камин, дымоход, не знаю. Ладно. Все круто, мне все нравится. Не будем выделываться, просто будем играть дальше. Да. Это все ради чего я сюда забрался? Alright. Anyway, мне это все по кайфу. I like it. I love it. Выше можно? Нет, смотри. Все-таки сюда дым выходит и с концами. Вот так вот, камин. Так, геймпад о чем-то мне сообщает. Только я не могу понять о чем. Геймпад, прекрати. Он реально что-то хочет сказать? Гриль. Вот реально не поймешь, что это. О, посуду побил, геймпад успокоился. Вот что ему надо, побить посуду. Ладно, наверху там, насколько я помню, силовое поле, через которое мы не можем пробраться. Для этого нам нужно будет идти по всяким низам, по всяким мостам. И отрубать его с той стороны. Хорошо. Но для начала я хочу найти тайники. Они должны быть где-то здесь. Ха, все продумано и все как надо. Так, а нужно деревянную ограду, за которой будет находиться тайник и несколько хедкрабов. А, я уже вижу ее отсюда. Давайте мы этих хедкрабов поджарим какой-нибудь канистрой. Если, конечно, они еще остались. А, одна есть, отлично.
Зря я, конечно, прочитал про... Зря они написали про хэдкрабов, а зря я это прочитал. Теперь будет неинтересно, так прикинь. О, тайник, я ищу тебя. О, я нашел тайник, классненько. Хэдкраба, хрям-хрям-хрям. Набросились. А так я уже готов, вооружен, уже неинтересно как-то. О, я слышу, кто-то шумит. Hello. Вон он там травку жует или царапает пол, землю, я не знаю. Ну, ачивку я получил. 28 из 45. О, идет, 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 идет. О, блин. Такие, хэдкрабы такие милые. Слушай, еще один остался, да? Смотри, прячется. Притом какой? Красный. Самый хитрый. Что, не нравится, да? Смотри, обратно спрятался. В мире хэдкрабов. А, он убегает! Он убегает! Не видимо! Такой собрался куда-то. Не уйдем, дружище. Не в этот раз. Ладно, тайник. Обнаружили. Надо искать другой. Так, а другой должен быть где-то вроде бы внизу. Там, где мы убивали черного, зараженного, ядовитого носителя хэдкрабов. Так, а спуститься туда можно вроде бы как... Здесь. Да. То самое место. Да, вот мы вот здесь прикончили. Окей. А зачем мы сюда идем? По-моему, дорога ведет никуда. А, дверь на мост. Хорошо, понятно. Точнее, что я что-то забыл. А, нет, 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 все нормально. Там просто в гайде указано это место с хэдкрабами на 4 скринах. Я думал, это два разных места. Но не сходить сюда я не могу. Интересно, что здесь такое? Вообще не помню. Сколько раз проходил хэдкраба? Сколько раз я проходил хэдкраба? Не Half-Life, а хэдкраба. Сколько раз опять что не сказал. Сколько раз я не проходил Half-Life, наконец-то я выговорил это. Я здесь сколько раз был и не помню, что здесь. А ничего, здесь просто пейзаж. Лодка стоит. Смотрите. Волны бьются о скалы. Круто. Было ли это в оригинале, я не помню, но будет классно. Если добавили, только сейчас, молодцы, правильно сделали. Реально прикольно. Окей, мы добрались до моста, и сейчас будет очень сложно. На мыши это место проходится легко для меня. Что будет на геймпаде, я даже не представляю. Так, надо еще взять. Гордон как не помещается. А, то есть в руках я могу носить его, но не применять. Alright, загрузка. Да, я помню про эту загрузку. Гриль для Санты. Прикинь, такой Санта забирается, и там гриль такой упал, заскворчал сразу же. Бедный Санта. Офигеть. Слышите, порывы ветра какие. Класс. Блин, все-таки это реальная игра, одна из самых любимых у меня. Еще ракеты, да сколько можно? Там стоял ящик, здесь ящик. Куда столько? Тут же вроде не будет этих охотников в таком количестве. Такс, что здесь у нас? Ничегошеньки, просто балкон. Мне, кстати, все время по стилю нравятся вот эти вот стрижевые смотровые вышки, я не знаю, реально клевые. О, чайка. Скажи, живодер, что делаешь, да? Ладно, не буду. Просто игра настолько крутая, что в ней даже чайку можно пострелить, которая просто пролетала мимо. А, мой нос. Хорошо в игре нос не закладывает. Никак не влияет на наши геймплей. Так, я помню, здесь кто-то должен быть. О, hello. Дружище. О, мост трясется, у меня геймпад с ума сходит просто. Прям под эти, прям под движением. Во-во-во, я об этом. А, это поезд проехал какой-то. А, офигеть, я думал, ты видишь этот красканчик, знаете, старый сломанный мост, его видно красканчик. Кстати, нормально. Чуть-чуть только начал говорить о том, что нормально иду, и чуть не упал. Гордон, Гордон, ты такой Гордон. Нормально. Сейчас глянем, что здесь.
Ауч. Блин, как же мне нравится эта игра. Что-то в ней есть. Не знаю, как для всех, но для моей души здесь явно что-то присутствует. Так, стоим. Я вернулся обратно, да, надеюсь? Да. О. Неприятность. И опять... What? Я, кстати, не помню этих ребят абсолютно. Я про них либо забыл, либо их прилепили, я не знаю. Давай убьем. Вряд ли. Патч, по идее, просто более графические обновления. Так что... Нет, слушай, я так не попаду. Слишком далеко. А вот да, нет. Готов. Чуешь, что не упал в воду, он упал на берег. Нет, в воде все-таки. Да, в водичку упал. Alright. Так, надо двигаться дальше. Так, тут будут барнаклы. Я бы их убрал сразу. Ну и пистолета. Нет, еще. Жалко, в этой игре нельзя прильнуть к прицелу. Это незначительный недочет с моей стороны, но как-то уже во всех играх привык, что он есть. Хотелось бы здесь это тоже видеть. Нет, это Half-Life. Здесь никогда этого не было. Я ничего не говорю. О, а как это вы тут тусовались вместе с Хэдкрабом, а? Один, ничего себе. Или вы хотите сказать, что вы заодно? Но в дальнейшем же мы будем видеть зараженных хэдкрабами ГОшников в эпизодах. Так что нифига они не друзья. Вот как так? Сидели тихо, начали по мне стрелять, потом хэдкрабы взялись откуда-то. О, кстати, мне наверх, да? Да, я могу сверху пройти. Или не могу, я не знаю. Попробуем. Да, можно сюда. Ну-ка. Нормально, я думал, что здесь обвалится. Ничего подобного. Ха. Ха. Ну-ка. Сейчас глянем, что у нас тут есть. Заложенный нос у нас здесь есть, да? Коробку я тебе забираю. Сейчас мы с тобой быстро разберемся. Полная. Зашибись. Ладно. Блин, вот пистолет-пулемет этот, он прикольный, но как-то он неэффективный вообще. Из него куда-то попасть невозможно. Скажи, руки-крюки у тебя, они, а пистолет-пулемет нормальный. Что ты к нему пристал? Так, что у нас здесь внизу? Надо вообще сюда спускаться, нет? Ну, для прикола спустимся, конечно. Скажи, зачем? Просто так. Потому что есть лестница, и сюда можно спуститься, поэтому мы это и сделаем. Так, теперь обратно, Гордон. Нам сюда. О, нас здесь уже ждут. Прекрасно. Куда я выстрелил, да? Интересно. Я такой большой противник. Целый сектор занял. Это для вас, ребят. Черт, опять я не могу взять эту гранату. Тут надо резко очень опустить взгляд вниз и потом резко поднять и бросить. С такой низкой чувствительностью не поеду. Время умирать. Ладно, двигаем дальше. Все, справились? Справился с ними. Что здесь? А, постольник, хорошо. Гордон, вперед. Не тормозим. Так, ну здесь, я думаю, я не смогу пропустить, даже если не посмотрю гайд, ни одного до этого тайника. Это просто не может быть. Ау, кто это? Кто вам стрелять? Не ходите, пожалуйста, нет. Перестаньте. Так. Кто там в меня стрелял? Кто-то сейчас получит.
Да ладно. Куда я мог попасть, да? Обязательно в перекладину. Это как в фильмах. Чувак стоит на перилах на лестнице, и там, знаешь, у перила имеется три этих основных крепежа. И такие здоровенные дырки, короче, никакой решетки. Но он стоит между ними, стреляет, и враги стреляют в него, попадают чисто вот в рамочки. Бред? Нет, это реальность. Я сейчас только что это доказал. А, блин, это было забавно. Все, выход перегородил. Мы защищены. Во, как четко. Никого здесь? Коробки, как так? Чуть не прозевал, чуть не прошел мимо. Здесь что? Сюда думал гранату бросать, ему бы досталось точно. Самое не балуй. Ладно. Что здесь нас ждет? Цель, метод. Старайтесь уходить, ребятки. А ну-ка, стойте. Все. Никуда идти не нужно. Да, отлично. Так, можно подзарядить костюм. Так, кто не участвовал в голосовании? И кому это интересно? Кстати, я еще раз брошу ссылочку, если кто не видел. Голосуем за... на выбор, короче. Игрушка, которую я хотел бы... Одну из них я хотел бы стримить, но не могу привести вас в помощь. Ну, типа того. Также Тайгер предложил игру по названию Killing Room или что-то типа того. И она, по его объяснению, я так понял, это какая-то динамическая игра. О, что это? Это кабель. В ней, то есть, геймплей и сложность игроку создается за зрители на просмотре его стрима. Это очень меня завлекло, я не знал, что игра такая. Короче говоря, я в любой этой перестрелке надо прятаться за перилами, а не за стеной. Именно, Гривдингер, именно. Притом, чем тоньше перила, чем она менее может тебя защитить, тем это эффективнее. Скажем так. Так, меня здесь никто не ждет. Так, я чувствую, мне сейчас... О, я сейчас... Ага, я понял. Так, кстати, удобнее же было бы его отсюда. Смотрите на эту махину. Не стекла. Не прокатит. Да-да-да. Кто пучит труп? Бежат, ребята, отдыхают. Здесь он может успеть. Кстати, это очень круто. Спасибо. Физика в игре не настолько выдуманная, как реально, ну, как существующая. В некоторых играх есть псевдофизика, где позволяет некоторым при этом падать, но другим на них воздействовать не позволяют. Ракету! Вот я под пузо. Это тебе от меня. Ай-яй-яй, как нехорошо. Оу. Завалы какие-то. Такс. Ладно. Не будем возвращаться ни с какими ракетами. Впереди вроде были целых два ящика, так что. Мы не обломаемся. Но придется. Побегать. Давай, Гордон. Вперед! Гордон, спасибо, Гордон. Ну да, молодец. Летающее существо вертолет. Круто, да? Так, ладно, рискнем. Здесь вроде можно стрейфануть и прыгнуть. О, да, у меня получилось. Здесь сюда. Гордон, давайте. А, черт. Ох ты, обалдеть, я это сделал. А, чёрт, как больно, как приятно, спасибо. Так, тут были... Вот они. Я знаю, что это местолка, но я попытался. Так. Где там гранатомёт? Скорее, давай. О, да, получил. Это тебе от меня подарок. Развлекайся. Enjoy. Фух,
напряжненько, но мы сделали. Да. Это было круто. Даже на момент показалось, что надо сложность поднять, но я не буду этого делать. Я не хочу поднимать сложность, мне и так нормально. Так, кстати, теперь надо как-то аккуратно вот по этим опорам надо дальше пробраться. Главное не погибнуть. Главное было не погибнуть. Я перепутал кнопку прыжка. Класс. Да ладно. Да ладно. Bridge Access Inactive. Ну, что ж, повторим. Думаю так. Ладно, ладно. Куда деваться? Офигеть, с самого начала. С самого начала. Опять сбивать этого вертолета, коптера, фиг знает кого. Ай, ладно, ладно, хорошо, сами на вас знаю. Вот, не зря. Так, где мой гранатомет? Давай, сюда. Уверен, это будет не менее эпично. Вот он. Сейчас мы его и собьем, а? Я обожаю эту игру, она шикарна. У Тайгера почти штукарь настройков. Ничего себе, Тайгер, поздравляю тебя. Главное, чтобы когда ты достигнешь 8000, у тебя не было бага, как у Эми. Это реально печалит. Это очень печально. Слышь, он почти мост взорвал. Тут баллоны были, какие-то три бочки. И, как понимаю, с топливом. А теперь я не перепутал кнопку, отлично. О, кто-то на привале здесь отдыхает. Я, наверное, сохранюсь здесь. Потому что не хочется еще раз так глупо погибнуть. И там чуть-чуть еще сохранюсь. Окей. Отлично. Здесь, главное, хорошо пробрался. А там что-то у меня какие-то косяки начались. Да. Ну да, что я туплю-то? Я забыл кнопку нажать правильно. Вот в чем все были косяки. Сто гранат успел бросить. Ну, а Фокс пишет, а ты знаешь, что теперь зрители, у которых один IP, считаются как один зритель? В смысле? Вот это интересно. Ну-ка, Фокс, если тебе не сложно, распиши мне. У которых один IP. То есть, если на моем компе, точнее, в моей сети домашней, да, по сути, грубо говоря, один IP. Я так понимаю. Если, к примеру, грубо говоря, кто-то сядет с ноутбука на моем Wi-Fi, то это будет считаться один зритель, даже если у него есть отдельный аккаунт, так что ли? Или я тебя неправильно понял? Или то есть нельзя будет создавать несколько аккаунтов и... Да что ж такое? И это только в России, я так понял. Ничего себе, только в России. То что за блом такой? Видимо, в России самые хитрые зрители, которые хотят накрутку себе сделать. Так что ли? Интересно узнать реально, чтобы, если, ну, мало пригодится, знаешь. Да что ты, Гордон? Я реально здесь никогда так не застревал. Никогда. Первый раз я в этой игре так застреваю сильно, вот в этом месте. На мосту у меня, если были проблемы, то только с этой летающей штукой, которую приходилось убивать. С прыжками я здесь практически никогда не парился. Руки-крюки. Давай. Давай прямо. Прямо, Гордон. Иди прямо. Теперь сюда. Хорошо. Теперь вот сюда. Молодец, Гордон. Теперь вот так. Прям вот каждый шаг буду просматривать, потому что... Еще раз упасть я явно не хочу. Твич уже вообще не торт для нас. Это... Представь, что есть ли целые деревни, в которых все надо... Ой, капец, прикинь. 30 зрителей, все один. Это реально какой-то облом. Несправедливо, если только в России. Я понимаю, почему они это делают. Но своими благими намерениями, блин, я слово выговорить не могу. Они что-то реально мутят стрёмное. А здесь вроде можно прыгнуть так хорошенько. А, ладно. Прыгаем как можем. А, черт. А как же перелом? Как там? Внутренний компьютер, сообщи мне о переломе.
ракеты. Спасибо. Что, нельзя? Я не могу ракеты? Ладно, ладно, хорошо. Топаем обратно. Следующий тайник будет аж на следующем посту ГОшников. А это не близко. Это аж спустя тоннель, вроде так. Окей. А, гонят русских с Твича. Looks like that. Реально, как будто бы нас гонят. Мне кажется, все это связано не чисто с тем, что типа на русский там бла-бла-бла. Типа, как... Это не проблема из разряда цвета кожи. Скорее, это проблема с... Ты чужой? Нет. Ты не жив, и это хорошо. Эта проблема скорее связана с тем, что мы слишком хитрожопые. О, привет! Это Тактор! Совсем я вас тут попал. Меняй. Надежь. Я просто иду по своим делам, а вы меня стреляете. У тебя игра немного громче, чем ты сам. О, даже так? Ладно, не вопрос. Просто я вначале, когда игру запускал, всех спрашивал, как звук, и возражений не было, а так, без проблем. Давайте сделаем вот так вот. Громкость музыки. Опа. И также поставим громкость всего. Целого звука. Посмотрим, что из этого выйдет. Все это сейчас, что я делаю на экране. А, вам курсор не видно, да. Короче, у меня курсор управляется трекпадом на геймпаде очень удобно, круто. У меня такая фишка, единственная, где я встречал и получал это без всяких экспандеров и настроек, это был SteelSeries Free, маленький геймпад, который беспроводной используется... Ну, можно использовать с андроидами игр, для телефонов, для планшетов и для продуктов Apple. Также можно к компу подтрубать. Прикольная вещь, но, к сожалению, неудобно. Там была вот эмуляция мыши, так. Так, погнали. Сейчас будет эпичный момент с поездом. Мне он очень нравился, всегда это есть. Я его сейчас не завалю вот таким вот. Но я вижу, Гордон очень этого хочет. Гордон доволен. Что в последний момент? А, ничего, Гордон, держись. Класс! Это Гордон. Поедем просто пускай. Пофиг. Кто захочет накрутить, тому это не помешает, действительно, ты прав. Дадут всякие лазейки, всякие способы. Все это не проблема для убийцы. Развернулись. Какой гадкий поезд. Кстати, электричка, да? Стрёмный, который должен быть, да? Кстати, здесь призор все есть. Я никогда не заезжал под мост. А, я понял, что здесь есть. Тут есть баг, который... Давай! Ладно. Ладно. Хорошо, я не против. Ну, ну проваливай сюда из-под моста. Негодный автомобиль. Реально, вот эти всякие штуки, способы нелегальные, ну то есть повышение статистики и всего так подобного, никогда не останавливали этих негодяев. Помню, раз ко мне зашел какой-то зритель даже. Что он сделал? Он несколько раз заходил, выходил, я так понял, из-за этого у меня набралось зрителей. Я обрадовался такой, знаешь, ой, зритель, прикольно. Старался там стрим, типа, прям аж старался. Потом раз говорит, это все я. Я здесь один. Я сначала не вкурил, о чем он. Он говорит, я накрутил тебе зрителей. Я так расстроился тогда. Ну, немного глупо все вышло. О, черт, песчаные ловушки, здравствуйте. Послушайте звук, да? Жуть какая. Так, а где машина-то? А, вот она. А у машины фар нет, как так? Мне казалось, ну, как и у катера, у машины должны быть фары.
Черт. Капец какой-то крепотища. Зомби должен встать, но я не хочу его тревожить. Пускай это для нас будет сюрпризом. Кого-то здесь явно спалили от затронутыми ногами, руками. Ты же игра жесткая, капец. О, привет. Слушай, с винтовки-то какая она мощная. Еще один. Пара попаданий, они сразу погибают. Это хорошо. Так, здесь больше никого нет. Никакой малявки. Я обожаю в этой игре вот эти вот хоррорные, криповые моменты. Они просто отлично сделаны. О! Здравствуйте. Так, о, тут у нас двое завонялись. Ой, жесть, парочка. Возможно, супруги забаррикадировались, и все. Почему их хедкрабы, вот эти два, не зазомбировали? Я не знаю, кто их мог убить. Может, они умерли от голода. В любом случае, это все грустно. Так, будем ли мы открывать здесь дверь? Давай откроем здесь. Привет. Слушай, винтовка очень мощная. Я не помню, что она такой была. Так. Замяшки активировались. Цепочка ему не понравилась. Блин, эта импульсная винтовка, она шикарная просто. Быстрее. Блин, как-то они слишком быстро все умирают. Наверное, сразу надо поднять, потому что... Я ожидал реально дикого сопротивления. Зомби прут, я не могу справиться, все такое. Я так раз взял всех как тире, отстрелял. Ну ладно. Тоже неплохо. Так, бочка мне... Спасибо. Так, я, по-моему, где-то коробку пропустил, да? Коробка? Сюда? Что у тебя? То, что нужно. То, что доктор прописал. Так, ну, по идее, я должен просто тупо разбросать весь этот затор и проехать на машине. Ну да, всех мы тут прикончили. Можно заниматься коробкой. О, бог ты мой. Все, проезд свободен. Думаю, проскочим. Блин, я не помню, чтобы это место было настолько коротким и таким вот, какое оно вот сейчас, не знаю. Я разочаровался немного, ну ладно. Но все равно было офигенно. Потому что машины фары разбиты или, я не знаю, не работают, это странно. Мне казалось, я всегда мог включить фары в машине. Вот, нажимаю кнопку включения фар, и они не работают. Ладно. Наша стрима осталось 11 минут. Если даже мы доберемся за это время. А, еще один блокпост и ДО. Да. Сейчас будет весело, вроде бы такие напряги должны быть. Это не блокпост. Это что-то другое. А, одинокий дом на берегу. Зашел. Опаки. Вот это интересно. На кухне зарядка для брони. Что это такое? А. Просто ничего. И эти две могилы на заднем дворе, конечно, шик. Возможно, похоронены хозяева. Хорошо, что похоронены, а они сгнили заживо, как те в тоннеле. Сгнили, сгорели, не знаю. Так, тут нас никто не встретит, я надеюсь.
Тишина. Никого нет. Слушай, кажись, сейчас кто-то должен прилететь, либо посыпятся мины какие-то. Что-то такое я припоминаю. Да-да-да, вот они. Кажись, такие. Сейчас обратно их кто-то запугнем. Забирайте свое добро. Нам так вашего не надо. Нам чужого не нужно. Я все ради чего я сюда залез? Кстати, на кормишь тут есть. Стоит туда ходить? Да нет, вряд ли. Следующий тайник где-то в другом месте. Что? Опа, еще один. Окей, ладно, я не против. Счастливо оставаться. Да, еще должно быть довольно-таки много. А, кофе, плед, морячок. Печальненько так, грустненько. Так, шкаф, иди сюда. Ты там не нужен шкаф. Дай мне пройти, спасибо. Нет, ты не пройдешь. Че, все равно заперто? Даже со шкаф. Да ладно. Как-то по-гейски прозвучало. Да ладно. Прошу прощения, ребят, извините. Прям что-то вообще насморк меня одолевает. А, черт. А, дурацкий насморк. Ай-яй-яй. Негодяй. Насморк, негодяй. Совесть у него совершенно нет. Нормально все. Все окей, Фокс. Все свои. Счастливо оставаться. Тут не написано, кто чьи могилы. Не, просто безымянные могилы. Ну и ладно. Но честно, я хочу сходить к этому кораблю, хотя бы просто посмотреть, что здесь. Знаю, что ничего, знаю бутафория, но интересно. Прям это потом меня будет мучить, если сюда не схожу. И иду дальше по сюжету. Ага. Ага. Все, две аптечки. Тоже ничего, тоже нормально. Ладно, Горн, пойдем к машине и поедем. Все, я сломался. Поедем дальше. Кстати, сколько в костре трупов лежит, интересно. То есть, прикинь, жили, не тужили, похоронили родственников, а потом пришли эти засранцы и тупо вас сожгли нафиг. В костре. Как пиздец, блин. Это с чёртом. Ау, это было неприятно. Я не смогу её столкнуть, походу. Хотя нет, давай её столкаем нафиг. Там и оставайся. Прогнали вражескую машину. Ладно, поехали дальше. Так и быть. О, аптечка какая-то. Где-то. На подхвате. О, вот это место. Я его совершенно не помню, честно. Класс. Ладно, пойдем. Всем по щам надаем. Стримеры, что ли, какие-то стримы передают через стримы? Что? Все, болеете? По ходу дела, Фокс, по ходу дела. Не, я реально честно заболел. Либо где-то в дороге, либо на улице, где-то вот как-то так. Да сейчас вообще одно время с вирусом такой стрёмный ходил. Он вроде такой незаметный, знаешь. Не думаю, что заболел. Он бацался в соплях и не может вылечиться. Я, по-моему, такой фигней болею уже не первый раз. Тупо цепляешь такую гадость. Вроде здоров, все нормально. Не температурит, но постоянно в соплях с каким-то непонятным полукашлем, полунекашлем. Не знаю, короче. Так, надо этого дядьку достать. Yes! Попался. Главное, чтобы ты не болел, Фокс. Вижу цель. Как? Нет, стой. Не надо видеть цель. Какая поддержка? Зачем? Вам она не нужна, ребят. Просто умираете. Спокойно душу выполненного долга, что вы сопротивлялись, давали отпор гордому Фриману. Старались, пытались хотя бы. Кстати, вот лестница. Отлично.
Слушай, я сюда никогда в жизни не поднимался на вот эту вот смотровую вышку. Офигеть, я не знал, что здесь лестница есть. Все время думал, офигеть, как круто было сюда забраться. Если я поднимался, то только с читами и ноуклипами. Офигеть, круто. Давайте, выздоравливайте. Не хочу я вас заражать. Вы видите, смотрите, знаете, как это, когда зеваешь, начинаешь зевать там, глядя на кого-то. Тут такая, такой же эффект, я болею, все начинаете болеть. Прекращайте, ребят, так не пойдет. Так, мне его проехать? Спасибо. Здесь никакой кнопки нету, я надеюсь. Да, просто проехать. Окей, погнали. Кстати, патронов для винтовки очень мало, особенно здесь всего 3 обоймы. Это катастрофически мало. Она выплевывает эти патроны просто на раз. И вот, кстати, тот самый пост, про который я говорил. Сейчас будет заварушка такая, что аж... Ух, дух захватывает. Должно быть. А, черт, Гордон, ты как всегда как Гордон. Я надеюсь, что здесь будет весело. Потому что в тоннеле было смешновато. Раньше, я помню, там было глубоко. О, да-да-да, эти ребята, те самые. Черт, это было неприятно, спасибо. Класс, мины. Мне их только не хватало здесь. Такс. Заберем это. Аккумулятор, еще один. Черт, не кровать, Гордон. Аккумулятор, Гордон, пожалуйста. Да, спасибо, Гордон. Нет, вставь его, пожалуйста, да. О боже, что вы здесь творите, а? Они забор сломали. О, черт, я испугался. Я же дернул всего. Ладно. Черт. Печально, что исчерпан. Мне нужен автомат или пистолет какой-то другой. Автомат дайте мне. Нет, не автомат. Отлично. И... это все? Да. Ну ладно. Мне все равно понравилось. Это было интересно. Спустя, наверное... года 2-3 не игры в эту игру, как макароны с макаронами. Это меня все равно радует, несмотря ни на что. Вот где еще увидишь такую физику, да? Класс. Покрышка, шина упала, ударила машину, машина качнулась. Именно в том месте, куда попала эта шина. Не круто. Все, заряжен. Заряжен. Так, нам нужно найти еще один аккумулятор. И он... да. А он здесь, дружище. Попался. Ну, отличненько. Все работает. Все отлично работает. Босс, прекращай. Стой, доезжаем, собрался. Тайник, я забыл про тайник. Первый тайник будет находиться в доме, в котором вам необходимо включить 3 батареи для дальнейшего движения. Давайте-ка найдем, я чуть не забыл. Вон он. Да, получена ачивка. И первый в игре подствольный выстрел для винтовки. Найс. Very good, so good. А вторая... второй и последний тайник будет находиться за домом, который будет находиться над пляжем, перед схваткой со стражем муравьиных львов. Этот тайник будет помечен лямбой. Так, ну это там уже на песках, да? После загрузки, я так понимаю. Окей, сейчас мы будем уже заканчивать стрим, потому что уже время вышло. Уже 10 часов.
И там пару-тройку минут еще осталось у нас. Окей, главное, что мы все выполнили, да? Да, перед схваткой с муравьиными львами. Кстати, там еще один аккумулятор, да, который можно было достать? Если мы не нашли его в этом месте, его можно было бы найти здесь. Забавно. И то можно игрой пушкой притянуть это дело. Да? Да-да-да, офигенно. Круто. Я не знал, кстати. Ладно, доедем до загрузки, загрузимся, посмотрим, что с той стороны тоннеля, и, наверное, будем тут играться сегодня. Будут ли стримы на выходных, я говорю сразу, я не знаю. Вот просто не знаю. Буду рад видеть вас, если удастся постримить реально. Так что следите за новостями в группах, в Стиме, ВКонтакте. Где-то за час до начала стрима я обязательно вам об этом сообщу. Думаю, так. Вот. Сейчас я посмотрю результаты голосования по поводу выбора и будем потихоньку определяться, потому что скидки — это лучше, чем когда не скидки, так скажем. О, маяк. Ничего себе. Наверное, здесь мы сегодня и завершим игру. Сохраниться. Да. И, наверное, все. На выход. Выход. Кордон. До следующего стрима тебе. Ладно, ребятки. Всем огромное вам спасибо. Всем, кто пришел, всем, кто смотрел, всем, кто общался со мной, всем, кто что-то подсказывал. Был рад всех вас видеть. Мне понравился сегодняшний стрим и сегодняшняя игра. Я люблю Half-Life. И буду его проходить до упора. Да, мы пройдем его весь. Даже не знаю, вряд ли даже думал прерваться на другие игры, но мне кажется, мы пройдем его взахлёб, так сказать, сразу весь. Вот так вот. Или посмотрим, не знаю, по обстоятельствам. Но это сейчас такие мысли. А так, всем огромное спасибо за внимание. И до скорых встреч. Спасибо, Тайгер, за донейшн. Ребятки, все, всем приятных сновидений. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока.